Первая общественная прачечная открылась в Красноярске. Вы наверняка видели такие в голливудских фильмах. Там нередко снимают сцены, например, романтических знакомств. В Штатах такие прачечные явления распространенные, а вот у нас пока диковинка. Гюлай Мамедова решила узнать, на каких посетителей вообще рассчитывают организаторы бизнеса и какие услуги предлагают. Роман уже постоянный клиент. В четвертый раз приходит в новую общественную прачечную. Говорит, занимается спортом, потому у него всегда есть что постирать. Работает все просто. Загружаем вещи в машинку, идем к терминалу с оплатой, чтобы купить порошок. Так, получается, я залил? Так, да. Время стирки от 30 до 50 минут. Дальше можно воспользоваться сушкой. Естественно, все услуги платные. Польза в том, что можно сразу много вещей положить до 19 килограмм. Это очень удобно. Не нужно по 3 стирки в маленькой машинке закидывать. По цене адекватно, нормально. Покупать тот же в магазине кондиционер там за 600-500 рублей, а тут можно за 400 рублей сразу все постирать и посушить. Владельцы первой в Красноярске общественной прачечной говорят, подсмотрели идею за границей. Подобное есть во многих странах мира. В США они появились еще в 30-х годах, когда стиральные машины были не по карману рядовым жителям. Сейчас пользоваться стиральными машинами в съемных квартирах там зачастую запрещено. Поэтому прачка за углом – это часть культуры и излюбленное место для веселых и романтических киносцен. То есть в одну машинку надо класть рубашки, а в другую машинку – брюки, да? Пока наши общественные прачечные не очень напоминают американские аналоги. Но бизнесмены обещают – поставят для клиентов кофемашины и стеллажи с книгами, чтобы переждать стирку. Насколько приживется идея в Красноярске – вопрос. Владельцы рассчитывают, что их услугами будут пользоваться студенты из общежитий, туристы, парикмахеры, просто красноярцы, которым нужно постирать разом и много. Ключевая проблема, что вид такой услуги, он достаточно непопулярен у нас в Сибирском округе, и вот его нужно сейчас популяризировать. Главное преимущество, даже не сравнивая с чем-либо или с кем-либо, это сэкономленное время, потому что это реально очень быстро, удобно. Сейчас в Красноярске открылись два филиала сампрачки – на Дудинской и Красрабе. Но в планах расширение сети во все районы города. Гюлай Мамедова, Степан Майер, новости Прима.